Компанию «Юразия» в Кыргызстане зарегистрировали в далеком 2004 году. Президентом страны в то время был Аскар Акаев. При Бакиеве «Юразия», судя по открытым данным, активность особо не проявляла. Курманбеку Салиевичу была больше интересна переработка урановых отходов. Так, при ком же выдали лицензию? Ответ на этот вопрос можно найти на сайте Госкомитета недропользования в разделе «Вопросы и ответы». Некий Манас поинтересовался у чиновников, какая же компания ведет геологическую разведку. Лицензия выдана 18 ноября 2010 года сроком до 31 декабря 2020 года. ОСО «Юразия» в Кыргызстане получает право на пользование недрами Кызылампульской площади с целью проведения геолого-разведочных работ на уран, торий, цирконий, железо, титан, фосфор, редкие земли и полевой шпат. В ноябре 2010 года президентом страны была Роза Отунбаева. Парламент к тому времени только начал свою работу, еще не успел сформировать коалицию большинства, а значит и кабинет министров. Страной управляло техническое правительство во главе с Амангельди Муралиевым. На сайте Минюста информация о компании «Юразия» в Кыргызстане немного. Руководитель Светлана Менг. Сейчас она дает пресс-конференции от имени компании, а учредителей шестеро. Две компании – «Азарго Ресурсес Лимитед», «Юразия Майнинг Компани» и четверо физлиц – Эркинбек Казакбаев, Эльвира Ширалиева, Тушеналы Касенов, ну и Светлана Менг. А что за контора «Юразия Майнинг Компани», которая числится учредителем компании «Юразия» в Кыргызстане? На сайте ecopartner.org есть ответ на этот вопрос. «Юразия Майнинг Компани», руководитель и учредитель Кененбаев Арсланбек Баладбекович, из статьи ecopartner.org от 2015 года. Арсланбек Кененбаев – фигура в Кыргызстане малоизвестная, чего не скажешь о его жене Айджан Чыныбаевой. Девушка – это родная племянница экс-президента Розы Отунбаевой. Мужчина, к слову, отрицать, что когда-то получил лицензию на поиск урана, не стал. В социальных сетях была распространена информация о разработке месторождения Ташбулак, где среди прочих металлов имеется уран, и о моем участии в этом проекте. Данная информация от 2015 года и является устаревшей, так как я уже вышел из состава участников компании, которая занималась геологическими изысканиями, и не являюсь ее акционером. Давайте еще раз. Арсланбек Кененбаев женат на племяннице Розы Отунбаевой Айджан Чыныбаевой. Арсланбек руководил компанией, которая была учредителем «Юразии» в Кыргызстане. Лицензия на геологическую разведку получена в ноябре 2010 года. Арсланбек Кененбаев утверждает, что никакого отношения к «Юразии Майнинг» сейчас не имеет. По документам все так. Учредитель и руководитель этой компании сейчас некий Нурлан Абдылдаев. Но у этого человека бизнес с женой Арсланбека Айджан. Вот они совместно владеют ОСО «Релейбл Систем Трейд». И самого Кененбаева с нынешним руководителем «Юразии Майнинг» Нурланом Абдылдаевым тоже связывает бизнес-интересы. Арсланбек – руководитель компании «Драгон Инвестмент». Эта контора – учредитель другой компании со схожим названием Dragon Development, имя второго учредителя Нурлан Абдылдаев. Вот такое переплетение интересов. А при Сооронбай Жээнбекове уже вовсю готовились к добыче урана в Иссык-Кульской области. Во время визита Путина в Кыргызстан даже успели подписать контракт на 30 миллионов долларов. Вот что тогда говорил российский бизнесмен Владимир Попов. В планах у компании приобретение до конца 2020 года полного пакета акций «Юразия» в Кыргызстане, которой принадлежит лицензия номер 2852МР от 2010 года на урановое месторождение на Кызыл-Умпольской площади. Все обязательства перед правительством и местным населением будут выполнены в полном объеме и в указанный срок. Есть уже определенные договоренности, и мы идем по графику. Но этому не суждено было случиться. Люди выступили против добычи урана. Компании пришлось пока свернуть все работы на месторождении. Канат Кайметов, Рустем Раимбеков, телеканал «Апрель».